Цветочки мои хорошие, я люблю вас, растите, цветите, набирайте сил, чтобы хорошие и добрые были. От ее заботливого взора не ускользнет ни одна деталь. Лидия Александровна с любовью и цветы польет, и уберет каждый квадратный метр помещения. Это по должности она технический служащий, зато в душе художник. В том году тоже рисовала, только другой была тематика. Вот осталась собачка у меня с той поры. А так разная была тематика тоже. Ко дню, с Новым годом, День Победы, и это все тоже рисовала. Время, когда она полюбила рисовать, помнит по сей день. Учитель по ИЗО Антонина Яковлевна Новикова оставила неизгладимый след, причем не столько умением рисовать, сколько рассказом о том, как ее работа спасла жизнь человеку. Одному солдату, по прогнозам врачей, осталось жить всего несколько дней. Но Антонина Яковлевна предсказала ему, если с дерева, что за окном за ночь, не опадут все листья, он будет жить долго. И вот она всю ночь рисовала в окне это дерево, кленовое дерево было. Этот лист остался. И с тех пор вот этот мужчина, который это раненый был, он смотрел, и все висело, этот листок. И вот так он, я знаю, что он потом выписался и служил дальше. Лидия Александровна вспоминает и годы учебы сына, когда была она в родительском комитете, тогда оформляла стенгазеты, классы и школу в целом. Сын вырос, привычка творить осталась, теперь украшает свой кабинет. А это, ну, это порыв, наверное. Потом хочется здесь, чтобы это было немножко поуютнее, чтобы было интересно. Да и для себя, и девчонки, когда заходят ко мне, тоже любуются. Лидия Александровна любит жизнь во всех ее проявлениях. Декорирование стен периодически меняется в зависимости от времени года и праздников. Ну а в честь самого волшебного праздника – Дед Мороз, Снегурочка и символ года. И еще камин. Зимой всегда хочется погреться возле него. Это, в общем-то, моя идея, но эту идею я все-таки подглядела в аптеке. У них, правда, там сделано очень хорошо. И все оклеено это обоями, вот эти коробочки, но обоями. Все-таки как-то там более культурно. Ну, у меня, конечно, не то. Но как смогла, так и сделала. Вы тоже? Чтобы теплее было у меня. Тоже сама все это собрала? Да. Это все, ну, все это я делала сама. Она уверена, это отличный рецепт от хандры. Главное – поверить в себя и позволить сотворить что-то необычное. Тогда и к вам на цыпочках совсем не слышно. Придет новогоднее настроение. Сергей Григорьев, Елена Цыганова, Антон Карташов. Для программы «Городские вести».